О, Таллинская 34, от чего я оттолкнулся сейчас, да? Алло. Мне на поселке Цемлянском, офигня. Заправка, которая возле воинской части. Ну все правильно, ну вот иди по этой дороге прямо, я там где-то буду тебя ждать, давай. Парень, я не знаю, как тебе объяснить, где я. Ты улицы изучаешь, но ты знаешь, где ты на какой-то улице будешь идти, по какой? Я знаю, по Таллинской буду идти. Давай, давай, перезвонишься. Да вот тут сейчас вот проедем перекресток, чтобы выйти мне ее там вот ставишь. Кстати, вы знаете, прадиков у крузаков с лексусами у нас не меньше, чем в Ростове. А мустангов, а Шелби. Ну это Грузия, неизвестно, он ее посыпанную купил, может вообще кухнари, за трешку баксов там купил на самом-то деле. Просто что эксклюзивный кузов и двигатель, ты охуеешь его покормить. 58 рублей. Могу сдачу удобно дать давать. Не, не дам. Давайте сколько есть, жетончик хоть есть. А мне хватит одного. Ну спасибо вам. Всего доброго.